Музыкальный продюсер Лу Перлман, создавший знаменитые бойз-бенды Backstreet Boys и NSYNC, умер в тюрьме в возрасте 62 лет. 6 лет назад его осудили за мошенничество на 25 лет. Против Перлмана были поданы сотни исков, включая иск со стороны самих Backstreet Boys. Причина его смерти пока не установлена. И вот уже отреагировал на кончину продюсера один из бывших участников NSYNC, Лэнс Басс, в своем твиттере аккаунте, и говорит, что очень многим ему обязан. Может, он и не был выдающимся бизнесменом, но я бы не делал то, что я люблю сегодня, без его влияния. Покойся с миром, Лу.